Звенигородские единороссы подготовили видеолекцию, посвященную Дню народного единства, а также историческим событиям, о которых он напоминает. Лекцию прочитала директор Звенигородской школы номер 1, секретарь первичной организации партии «Единая Россия» Наталья Шарина. Праздник 4 ноября призван напомнить нам, что вместе, объединившись, мы сможем справиться с любыми вызовами времени, подчеркнула Наталья Шарина.